Сейчас я научу тебя правильно защищаться от необоснованных требований администрации, когда у тебя, например, в 93-м году было право постоянного пользования земельным участком, а ты его своевременно не переоформил в соответствии с земельным кодексом. И сейчас администрация, спохватившись, хочет взыскать с тебя арендную плату. Конечно, большую. А ты хочешь платить, конечно, маленький земельный налог. И это правильно. Если ты не переоформил, все равно ты будешь платить земельный налог, а не арендную плату. Об этом высказался Верховный суд. Если тебе нужна помощь в такого рода делах, ты можешь смело обратиться ко мне по телефону в описании к видео. Это единственный способ связи. Не стесняйся, звони.